Отдых с национальным колоритом. Именно такие слова давно прижились за санаторием Ружанский. Удивительная природа, чарующая ароматами леса и необъятными пейзажами, так и манит погрузиться в ее безграничный мир, чтобы отгадать самые невероятные тайны. Санаторий Ружанский, или Ружа-хутор, так называют его в народе за красоту цветочного оформления, расположился именно в таком месте, в славной Ружанской пуще на берегу озера Поперня. Одна из самых молодых и суперсовременных белорусских здравниц давно была отмечена гостями. Мощная медицинская база, высокая результативность лечения, отличный сервис в сочетании с домашним уютом и знаменитым белорусским гостеприимством сформировали для санатория репутацию не только в стране, но и за ее пределами. База наша современная, но вместе с тем представляет собой синтез того положительного накопленного опыта советского периода санаторно-курортного лечения и оздоровления. И в сочетании с современными вот всеми технологиями все это вот сконцентрировано в сжатом виде в Ружанском. Мы говорим несколько шире, что у нас курорт Ружа-хутор. Что это значит? Мы единственный санаторий в республике, который территориально находится в Беловежской пуще. Но мы находимся не совсем в Беловежской пуще, на ее окраине. Есть такой сегмент Беловежской пущи, Ружанская пуща. Вот в этом лесу стоит наш санаторий. А еще Ружанский нередко называют белорусскими Карловыми Варами. Такое сравнение здравница получила благодаря скважине с минеральной водой. Она расположена на территории санатория. Учеными доказаны ее особые целебные свойства в лечении заболеваний печени, желчевыводящих путей, гастритов. И это только одно из направлений. Сегодня в Ружанском активно развивается косметология, гинекология, стоматология и фитолечение. Доступны все виды лабораторной диагностики, консультации проводят специалисты широкого и узкого профиля. И самое главное, индивидуальный подход на всех этапах взаимодействия, в том числе и при ценообразовании. Санаторий проводит социально ориентированную ценовую стратегию. Мы доступны для всех категорий граждан Республики Беларусь. По оценке независимых экспертов, санаторий Ружанский занимает первое место в соотношении цены и качества. У нас очень много акций и бонусов для наших гостей. Это спа-выходные в Ружанском, часто болеющий ребенок. Недавно мы ввели новую акцию. Люди, которые отдыхают в санатории и изъявили желание продлить путевку, на данную путевку у нас сейчас скидка 20%. Мы занимаемся органы дыхания, что сегодня особенно актуально в условиях распространения коронавирусной инфекции, органы пищеварения, опорно-двигательные, сердечно-сосудистые, неврология, эндокринология. Все эти направления профессионально, есть врачи, есть методики, есть оборудование, представлены в Ружанском. Как узкие специальности у нас есть стоматология, косметология, гинекология, педиатрия. Получили уже документы, у нас открывается такое новое направление, как реабилитация. У нас, мы знаем, что сегодня практически здоровых людей крайне мало, и все имеют те или иные хронические заболевания. В этой ситуации реабилитация, то есть вот восстановление людей с хроническими заболеваниями приобретает наибольшую актуальность. В распоряжении гостей Ружанского 5 жилых и 2 лечебных корпуса, водолечебница, прекрасный водно-спортивный комплекс со спа-процедурами, 3 бассейна, детский аквапарк, что делает санаторий привлекательным для семейного отдыха. Европейский тип застройки определил удобство инфраструктуры, в которой качественно соединились безбарьерная среда и современный интерьер. После такого предложения самое время изучить сайт санатория Ружанский и бронировать путевку. Отдых, оздоровление и лечение здесь обещают быть незабываемыми.